что москвичи знают о Красноярске? Значит, этот город находится... На юге России. На юге. Он находится в России. Кроме бомжей. Что-то кроме бомжей. Сможете показать Красноярск на карте России? Можно попробовать. Нет гарантии, но можно попробовать. Ну, если поискать, то смогу. Давно карты не видел. Чуть выше Каспийского моря, там насколько-то. Мне кажется, что он все-таки там. Краснодар, Красноярск, они близко. Что вы слышали о Красноярске? Я знаю только, что депутат там выращивал енотов и все. Просто Красноярск, когда играла в слова, то в города, кто его называл иногда. Там медведи, наверное, живут. Очень довольно теплый климат там, я знаю. Вот так москвичи знают Красноярск. И также столичные радиостанции знают своих слушателей в регионах. Мы знаем вас лично. Для нас Красноярск главный. FM 102.8.